Добрый день всем. Я давно обещала показать, какая у меня точилка, любимая, недавнее приобретение. Малюсенькая, аккуратненькая, приятненькая, со сменными лезвиями, к ней еще есть дополнительные. Я взяла самые сложно затачиваемые карандаши. Это карандаш, именно на этот номер точится очень плохо. Рексель Дервен старая серия, тоже не самый лучший в заточке карандаш. Этот тоже карандаш, этот цвет полегче точится. И старая серия Карботелло. Сейчас проведем наш тест-драйв. Начнем с самого простого.